Всем привет! Сегодня хочу в этом видео показать вам одну интересную штуку, которую я приобрел вчера на одном из маркетплейсов. Поставляется она вот в таком вот алюминиевом чемоданчике, довольно красивый. Сейчас я его открою и покажу, что же там внутри. Внутри идет вот такая вот комплектация: зарядное устройство вот такого типа для аккумуляторных батарей, которые, кстати, тоже идут в комплекте. Получается 16340 их номер и 1300 миллиампер. 3,7 вольта. Очки красного цвета, 5 насадок и вот такой вот удлинитель, либо переходник. Хотя у нас получается и так евроразъем присутствует. Ну вот, сам виновник торжества, так сказать, сегодняшнего видео. Это вот такой вот лазерный меч, как его называет производитель. Очень увесистый, сделан из сплава дюраль-алюминия. Имеются вот такие вот радиаторы охлаждения. По заверению производителя, этот лазерный меч способен прожигать предметы и светить на дальность 45 километров. Ну, дальность проверить я не смогу, а вот как он прожигает предметы, это давайте сегодня с вами вместе проверим на разных абсолютно вещах. Давайте же зарядим сюда два аккумулятора. Свечение идет синим светом. Долго не буду оставлять луч на одном месте, а то мало ли чего прожгет. Вот. И во время работы нужно одеть обязательно вот эти вот красные очки, так как лазер, он слепит глаза и портит зрение. Начнем, пожалуй, с самого простого. Попробуем поджечь обычные спички. Но для начала попробуем поджечь вот эту вот, сам черкаш, так сказать. Ну вот, если камера передаст вам, то идет дым. То есть лазер оставляет отметины. Это уже хороший показатель, друзья. Значит, продавец нас не обманул. Попробуем поджечь спичку. Так. Наверное, вот так попробую. Как, я не знаю, как под нее попасть. Вот так, наверное. Поджигает просто. За считанные секунды. Ну, мощность лазера, можно сказать, соответствует действительности. Следующее, что я хочу протестировать, это вот такой вот гофрированный картон. И попробуем его прожечь. Включаем лазер. Светим. Ну, пошел дым. Ну вот, смотрите. Зажигает, но пока не прожигает. Сейчас попробуем прожечь. Чтобы прожечь, нужно держать не шевеля ни лазер, ни картон. Не знаю, вот так давайте попробуем. Во. То есть расстояние имеет значение. Чуть-чуть его отдалил, и сразу пошел дым. Все, отверстие уже готово. Потому что лазер у меня появился на другой стене. Сейчас проверим. Вот маленькая точка. Давайте попробуем, можно ли им выжигать на фанере. Ну, либо на доске. Взял вот такой кусок фанеры. И попробуем повыжигать. Да, дым пошел. Ну, в общем, можно что-то даже пробовать выжигать, какие-то рисунки. Не паяльником, не выжигателем, как это раньше, а вот таким вот лазерным мечом, так сказать. Давайте попробуем лопнуть шарик красного цвета вот этим лучом. Не знаю, получится или нет, потому что очки тоже красные. Возможно, красный цвет невосприимчив к лазерному лучу. Ну, давайте. О! Просто не успел навести, он моментально его лопнул. Давайте еще один попробуем лопнуть. Самое что интересно, на каком расстоянии он это сделает. Сейчас я камеру отдалю. И затем мы все это дело замерим. Начнем. Сейчас еще подальше поставлю. Где-то вот так. Начнем вот отсюда. Приближаем потихонечку. Так, 50 сантиметров. То есть получается 50 сантиметров на расстоянии он начинает прожигать. Но опять же, я говорю, все зависит от фокусировки. То есть если его отфокусировать, то можно и на более дальнем расстоянии делать какие-то вещи в плане прожигания вот этим лазером. Опасная на самом деле игрушка, так как если посветить в глаза, то можно остаться без зрения. Поэтому детям такие вещи категорически запрещено давать пользоваться. Вот остался кусочек от шарика. Попробуем его поплавить. Ну, сразу начинает плавиться просто моментально. Фу, запах резины пошел.
Вот у него рожок. Следующее, что я хочу сделать, это взять вот такой вот ватный диск обычный и попробую его поджечь. Вот так раз требушу немного. Хотел вату взять, но ваты у меня не было. Экс, сейчас будем пробовать. Интересно, вот что заметил, белые вещи он не поджигает. Такое ощущение, что лазер от белого отражается. Вот сейчас попробуем маркером его разукрасить в другой цвет немного и поджечь. Есть у меня такой красный маркер. Вот так вот, маленько его подкрасил. Попробуем. Во, видали? Просто моментально. Вот смотрите, загорелась зараза. Вот моментально. То есть немного подержал, она вспыхнула. Ну и напоследок, давайте же попробуем прожечь вот такой вот пластик. То есть это крышка от какой-то краски с баллончика. Ну, сейчас попробуем прожечь. Дым идет просто моментально. О, все, появилось отверстие, видите, да? На другой стороне. Вот опять, видите, отверстие насквозь прошло. Вот с этой стороны. Выключаем и смотрим. Очень тоненькие получаются такие вот отверстия. Здесь вот оно, с этой стороны точечка, и с этой вот два раза я прожигал. В общем, пластик он прожигает вот такой вот, толщиной 1 мм смело. Ну и напоследок давайте же еще раз подожгем несколько спичек. Мне прям понравилось это делать. Больше всего понравилось взрывать шарики. Довольно эффектно получается. Ну, попробуем сейчас поджечь спички. Включаем. Раз, два, три, четыре, пять. Все происходит буквально за одну секунду. Загораются спички. Так что в качестве, я не знаю, какой-то вот игрушки, в качестве произвести впечатление на своих друзей, на своих знакомых, вещь действительно годная и классная. Вот. В качестве применения ее в быту, честно говоря, кроме как выжигать что-то на дереве, я не нашел, не придумал. Возможно, кто-то из вас напишет в комментариях, как можно применять данный лазерный меч в быту с пользой. И так далее. Ну а на сегодня все. Спасибо большое за просмотр. Ссылку, где я приобретал, оставлю в описании под видео. Желаю всем добра, удачи, успехов. Пока-пока.